В лесу можно спрятаться, значит лес надо запретить. Видимо, вот логика общая такая. Но у нас, может быть, еще будет какой-то экологический комментарий на тему. Экологи у нас сейчас подойдут, еще у нас Лиза Кривцова будет. Да, главное, что сообщество МГУ, которое категорически протестует против решения здесь размещать фан-зону, его убеждают чиновники в том, что это абсолютно безопасно, никакого дискомфорта не может быть. Потом, значит, оказывается, что здесь надо переворачиваться. А какой статус у этой территории? Вот сейчас я вам давайте посмотрю, у меня здесь комментарии вымерли, которые... Здесь две или три охранные зоны. Да, так, да, еще да, раз да, остановимся. Да. Говорите. Говорите. Вас... Здесь две или три охранные зоны. Одна это культурный слой. То есть здесь вообще рыть ничего нельзя без допуска Департамента культурного наследия. И вторая это общая охранная зона, то есть природоохранная зона. К сожалению, в УКН этот парк, он вроде как не входит. Входит портер МГУ, вот где они там сейчас делают работы. Вот он относится... А у этой вот локации как, какой-то статус есть? Да, здесь две или три зоны охранные. Вот об одной я сказал, она... Это зона культурного слоя. Здесь вообще ничего нельзя копать, рыть. Скажите, Александр, а кто-нибудь может пояснить, зачем они на дорогу кидают землю? Вот что, Давайте мы у них спросим. Давайте поинтересуемся. Спросите у кого-нибудь, что происходит. Зачем на дорогу кидать землю? Я просто не понимаю, в чем этот смысл. Это у вас, я прошу прощения, а вы можете спросить, а в чем смысл таких работ? Как вы это сами понимаете? Никто не может как-то прокомментировать? Начальника приказа. Это вот, как я понял, они засыпают дорогу к первозданному виду, типа, да, возвращают? Ну, по словам префекта... Ну, сами рабочие, как традиционно, не могут, конечно, трудно спросить. Вот, ну вот кто-то подошел, вот смотрите, наверное, бригадир. Здравствуйте. А как вы сами понимаете, в чем смысл вот этих работ? Яма, яма выравняет. Выравниваете яму? Да. То есть здесь должна быть как бы ровная дорожка. Да. А почему вот сейчас они проводятся? Раньше никогда такого здесь не было, была нормальная территория. Здесь как-то она хочет сменила статус, и парк здесь будет. Парк будет здесь парк. А вувузелла будет здесь? Вувузелла. Ну это они точно. Гигантская вувузелла поставит. Чем зеленых. Сюда дендрологи должны были приходить, сюда специалисты, да, они должны были размечать. Вот это можно, это нельзя. Здесь вы увидите уничтоженные вишни, уничтоженную сирень, уничтоженные кусты жасмина. Вы увидите, да, отсюда надо было убирать засоривший парк клёны синелистные, да, потому что он вырастает, у него забивает яблок или еще что-то. Но это должны были делать дендрологи. Вот эти люди не специалисты, они ничего не знают. 743-го они в глаза не видели. Говорят, здесь вишни были, их вырубили, не знаете, что здесь вишни не стало. Вы все подряд рубите, да? Ну, они то, что видят, то и рубят. Они, по-моему, весь подлесок здесь уничтожили. Это просто кошмар. Это они даже не понимают вообще. Не смешно на самом деле. Ну, тут среди них, по-моему, нет никакого, ни одного, ни эколога, ни представителя ДПС, ни представителя Департамента культурного наследия, никого нет, кроме этих гастарбайтеров. Это зона с особым статусом. Здесь должны при подобных работах присутствовать специалисты, о чем нам говорит человек, но их нет. Понимаете, все проводят какие-то дворники, какие-то даже бригадиры, которые не говорят на русском языке. Я чувствую, это особая зона, мы сейчас об этом еще раз поговорим. Я прошу делать перепосты, пожалуйста, к себе в хронике.
к себе в профиль и в группы. Ну, если вам нравится наша трансляция, просто поставьте лайк. Пойдемте дальше посмотрим, что там вырублено. Это зона охраняемого культурного слоя, если правильно. А давайте стенд пойдемте посмотрим, что там такое сковырнули они. Без порубочных билетов, как нам говорят, все это вырубается. Посмотрите, в какую труху превращены деревья. Зеленая. Это вот у нас кто-то идет цветущий. Это я даже сейчас не могу. Это похоже как раз вишня была. Да, это похоже вишня. Да, вот бутоны, бутоны видно. Это все в бутонах, и это ошибиться невозможно, что это все плодовое. Просто какая-то вот зачистка. Да, и вот толщину деревьев. Ну да, нормальные деревья, ну, это вот было, спиленные. Это было живое дерево с хорошим стволом. А вы... Что там за стенд? Это вот вопрос хороший. Мы здесь, как мы знали, что делать, это была зона Геленцов. Да? А, здесь были домики, домики, фундамент. Это хорошо, что они хотели выжили. Так. Потому что Геленцов... Старая лыжная трасса, схема Ингушина. Ну, ГБУ «Автодор», да. ГБУ «Автодор» писала не далее, как месяц назад, и мне сейчас пришли ответы, что вот, да, нет у нас теперь больше зеленхоза. Зеленхоз объединен с «Автодором», но у «Автодора» не может быть специалистов. Вот вы видите, какие специалисты автодороги. То есть наш парк под эгидой превращается именно в «Автодорогу». То есть это практически как в Кусково они разворачивались. Вот я вам показываю. Вот рябина, вот липа. Вот там, если подойдете, хорошая совершенно, уже зацветавшая вишня. Видно, что древесина хорошая, в хорошем состоянии. То есть это не подлесок? То есть, ну, вишня, смотрите, вишня. Там бутоны прямо видно, то есть свежие из пилы. Кстати, кабель какой-то, смотрите. Да, можно подзарядить телефон, если нужно кому-то. Высоковольтный. Пауэрбанк. Телефон можно подзарядить, кабель. Это же физик. Да, деревья, кстати, и повреждения. Прикинь, вот на каждое дерево есть в реестре отметка. Да? Вырубили под видом подлеска, да. Без порубочных дерев. Без порубочных дерев. Без всего. Без всего. Так, Александр, ведите, да. Куда идем дальше? Ну, а посмотрите еще, Юрий, так... вот, кстати, хорошие, да, деревья тоже деревьев, можно смотреть. Вот они, техника, их просто все ранения. Пробивают этими ковшами. Слушайте, а почему нет представителей каких-то вот, экологических инспекций каких-то, городских? Вот обломанные. Где ДПОС, непонятно. А они, знаете, уже давно... Мне кажется, департамент только выписывает порубочный билет. На тему природоохранных территорий в Москве. Принято какое-то решение вот на уровне окружного, на уровне мэрии, там, правительства Москвы, ДПОС будет вам писать отписку спустя 2 месяца, когда все это закончится. Значит, как пройдет чемпионат мира. Так, идем дальше. Сейчас мы в конце. Смотрите, древесина вот вместе, кстати, с цветами,
свежее. Здесь, похоже, работают они вот этими машинами, которые перемалывают стружку, Маш, ты же видел вот эти деревья, машины, чтобы они по-быстрому это все уничтожают, чтобы следов не осталось от этого бардака. Вот есть живые свидетели того, как это здесь пару дней назад буквально. То есть, а потом скажут, что здесь вообще ничего не было, так и было так все. Так и было всегда, да. Ну, как комментирует префект, приводим в первозданный вид. Ага. Что такое первозданный вид, непонятно, в какой момент он первозданный. Ну да, то есть тут всегда был сад, тут вишни, то есть они все срублены. Да, это сквер. Да. Наш парк. Просто, да, вот вы уберите эту штуку. Ни в коем случае это делать нельзя. Уберите это. Не надо нам никаких новых дорог. Оставьте нам эти дороги. Никакой асфальт здесь не нужен. Это парк. Вообще просто у меня отсохнет. Вот топтаны всю жизнь тропинки была десятилетиями. Это просто дело. А зачем они разрывают? Я не знаю. Ну это просто. Мы просто хотим какое-то хотя бы минимальное объяснение получить, как можно, почему есть вокруг деревья, там лежит. То есть нет, ну поначалу, да, я уже не один гектар. Я писала, уберите сухостой. Абсолютно. То есть, все, весь подлесок. Всю вишню убрали. Убрали всю вишню. Просто. Да, вот, вот это они, все. Они не понимают. Они колено убрали. Да, просто абсолютно без мозгов. Они не понимают разницы между кустами, между сорной растительностью. Они не поняли. Вот да, тут надо было убрать где-то. Вот тоже, да, идет под наклоном. Клен синелистный. Ну, да. Уберите. Слушайте, а если позвонить в ДПС, где представитель ДПС? При таких работах ДПС они дал. ДПС. И... Да. Они же должны участвовать при таких работах. Расскажите еще раз, вы гуляете в этом парке постоянно, да? Да, да, постоянно. И что вот на ваших глазах в последнее время происходит? Вы говорите, уничтожили. Что уничтожили конкретно? Вырубили весь подлесок, всю вишню, всю калину, всю поросль черемухи. То есть все кустарники, которые здесь цвели и росли, в которых гнездились птицы. Здесь очень много певчих птиц, просто уникальных. Куча видов синиц, три вида дятлов, два вида сов, соловьи сейчас... должны петь в этих кустах, в этой бузине. В этом сколько году... видов сов? Два. Тут крупная, здесь? Ужасная. И мелкая, а типа неясная. Здесь же вот сейчас ездят тяжелые тигры. Как... Я не знаю. Соколы не есть. Знаю. Соколы-то есть. Сапсан. Здесь много белых. Здесь небольшая популяция черных белых была. Сейчас я не знаю, куда. Нет, они, наверное, пойдут в WhatsApp куда-то, бедняжки. Им же нужно где-то жить. Но здесь ничего нет. Здесь люди подкармливают животных. Летом поилки приносят. Чтобы пить можно было, и елкам, и птицам. Сейчас все разрушено. Я нахожусь на территории парка Большой Газон Ингур. Это на пересечении университета. Сколько времени эти работы вам происходят? Здесь проводится... Ну вообще нет. Идут дорогу. Вы как вы можете это делать-то вообще? Вот так вот они гуляют, и вот навстречу им едет вот так вот. Насколько это законно? Я повторяю, что мы сейчас запросили документы. Мы спросили, а кто перевозил? Нет, причем здесь вообще? Для нас меры, зачем коверкать? Особо охраняющие. Собирать. Ну,
Рейхстаге там, ну, метров 200. Нет, ну, в общем, это на самом деле близко. И я понимаю, что, смотрите, по проекту это все должно быть огорожено. Сюда не должен попасть, конечно, ни один человек с фан-зоны. Более того, на территорию кампуса обещано, что ни один болельщик не попадет, потому что, ну, это тоже особая территория. Здесь никто не должен ходить. Но, тем не менее, не знаю, это в стиле правительства Москвы, на самом деле, взять и под уважаемых гостей провести какой-то своего рода. Вот эта женщина, мне кажется, надо еще раз переговорить. Ну, давай. Она здесь. Люди, скажите, на все придут и скажут, вот это можно, это нельзя. Мы хотя муниципальных депутатов сначала все. А потом, зачем такая спешка? Да? И кроме того, понятно, когда начинают работу на Первомай, понятное дело, что это, чтобы никто не видел. Да, когда люди на дачах все находятся. Конечно, все очень просто. Так, а ты тоже такая же воспитанная, как и Алабай, да? Тебя уже тоже отрессировали. Вот, прошлый Первомай, вот эти, значит, лиственницы у нас, это не прошлый, а какой-то пару лет назад, у лиственниц корова подрали. Сейчас на Первомай вот это все. Ну, у лиственниц там на всякие еще немножко постарались жилы. Нет, я вот то, что ходила. Девушка! На тот момент не было, на тот момент жилы не было, на тот момент. Они ногами все ломают, это какой-то ужас вообще. Я напомню, что это особо охраняемая природная территория. Документы на работу нам не показали. Я уже, да. Ну а почему бы вам не почистить вес активиста? А что значит почистить? А очень просто, собрать весь кустарник, все жухлое, которые пустые, сухие ветки и прочее, все собрать и вывести. А скажите, а почему живые деревья покупают? Дело в том, что живые деревья никакие не вырубают. Ну, что зафиксировали, что это живые деревья? Хорошо, там вишни с бутонами. Людей сколько посадил? А скажите, пожалуйста, а зачем травить? Потом будет садиться трава. Тропинки, трава? Да, все будет. Тропинки. Тропинки. Они асфальтированы, тропинки, нет? Ну тогда в чем вопрос, товарищ? А здесь асфальтировать нельзя ничего. Прежде чем лезть в эти вопросы, вы на сколько писатель? Вы читаете литературу. Какую литературу? Ну, здесь у нас лесничество есть. Съездить туда, спросить, все, выяснить. А по административному кодексу запрещено работать на вашем питомнике. Особенно в автоохране. Дело в том, что все приводится согласно документации. А просто так не приехали и не делали. А вот же. Вот там машины стоят. Вот машины стоят. Где машины? Вот, ничего, никого не видно. Вот там машины стоят. А какие машины? А какой машины стоят? Так, где?
Вот мы общались сейчас с водителем автотура. Пойдемте сейчас. Александр, сколько дней это продолжается? Как я напомню, что конкретно. Там стоят просто обычные гражданские автомобили, видимо, людей, которые руководят этим процессом. Я вижу, Audi стоит прямо вот посреди как бы парка. Ну, вы видели, что в парк проезжала машина, езжала и останавливалась. Вот. И мы можем... Как парковка на газоне. Ну, как минимум. Можно, кстати, прямо сейчас сделать фотографии и в ГИБДД отправить. Да? Давайте. И там, наверное, там есть какие-то ответственные люди, которые... А почему они не подошли сюда? И они, главное, не разбираются ни в растениях, уничтожает корни деревьев. Вот дерево, в результате вот это дерево может быть уничтожено, потому что по его корням ездит несколько раз на дню тяжелая техника. Посмотрите. Вот посмотрите, я сейчас более общий план покажу. Вот это как? Это вообще нормально? Вот это нормальное отношение к природе? Посмотрите. Вот прям по корням, убивая корни вот этих деревьев, ездит тяжелая техника. Вот что это такое? Здесь были, я напомню, тихие тропинки. Вот, и люди ходили здесь, наслаждались тишиной. По-моему, здесь да, был еще куст боярышника. Не по-моему, а точно здесь был куст боярышника. По-моему, здесь еще были где-то орешники. Вот я где-то видел чуть дальше. Покажите. По-моему, они уже его выпилили просто. Армию нагнали прям варваров, разорителей. От такого шума, так сказать, любая птица. Конечно, особенно у которой птицы. Так. Вот вишня. Вот это вот все, вот это да, вот. Подождите. Вот, вишня была. Вот это вот вишня, да. Она была здоровая. Ну, видите, да, видите, она... какой ствол. Вы видите, что она вот это вот все, она здоровый ствол, никакой да. А зачем ее вырубили? Вот от нее опилки, наверное, остались, ее в машину для перемолки. Скажите, пожалуйста, я сейчас общий план возьму. Сколько вишен было вот на этой локации? Вот на этой локации? Ну, здесь несколько больших деревьев и маленькие, они формировали большой массив. Взять вот все, вот 5, это. 5-10 вишен здесь было. Наверное, штук 10 больших. Да, ну вот, можно по корням, кстати, вот там еще два корня я вижу. Вот корень. Здесь какие-то проблемы. Вишневый сад был. Здесь какие-то проблемы со связью. Да, здесь есть проблемы. Надо отходить обратно, да. Потому что у нас сейчас трансляция произойдет. Дерево, да? Вот, Алексей, можешь снимать.
Угу. Вот, да? Вот. А вот они кусок от вашего. Вот. Это, да, это... Упавшее дерево, которое надо убирать, они не убирают. Как он, ясень этот? Ясень, клен ясенелистный. Да. В принципе, такой самосев, да? Да. Они его не убрали. Вот черешня. А это здесь... остатки черешни. А вот здесь был подрост черешни. Таких это вишен здесь вообще было много. Вот здесь был подрост черешни. Как это можно было черешню? Это просто... Сейчас это... А потом еще, кстати, надо сказать, что сейчас идет период гнездования. Вообще вот эти шумные работы нельзя проводить. Они до 31 июля запрещены. Запрещены, да. Здесь вот остатки черешни. Черешня, кстати, большая. Она в шоке. Она вообще от всего бегает. Да тут скоро все убегут. Красная книга, да. Красная книга, да. Как она называется еще раз? Беленькая — это ветреница дубравная, вот эти вот штучки — это купина многоцветковая. Угу. То есть в этом парке еще остались, но да, они вот их затопчут и все. Их здесь было очень много. Их здесь вот эта вся полянка была в них. Да, краснокнижники пропадают в глазах. Вот там армия уже саранчи. Как книжки можно было спереть? Ангелик, вот как? Я не знаю, как вам. То есть вот здесь все вишни было? Это все вишня. Была. Была. Да, вот было. Они, кстати, смотрите, корни эти, то есть они до земли, то есть до земли здоровый до земли корень, видно, что он нет, сырой. Вот видите, они еще этот корень здесь же прошли специально, чтобы он вообще не принялся. Угу. То есть они его еще изменили. То есть в щепки, вот они в опилки превратили. Вот, видите, Алексей? Она не примется именно потому, что они ее уже в мульчу превратили. Они ее здесь не только пилили, но они ее еще здесь, весь корень, из которого что-то могло бы пойти, они все, вот сколько вот здесь. Вот, они все, вот смотрите, вот это вот все поляна, которая я сейчас вижу, вот это вот все. Вот это была все вишня. Вот это вот. Вишневый сад был. Вот видите, до нуля, самое главное, до нуля. Вот не так, чтобы что-то оставить, еще что-то. Вот это все, стволы вишен. Вот посмотрите, какого диаметра были вишни. Вот они, вишни. Вот, но так, чтобы и не гнилой ствол. Да, они живые. Это живые вишни были. Вот это все вишни, вот это вот все, что я иду, я покажу. Это вот все было вишня. Вот она, живая вишня была. Да, вот, пожалуйста. Где-то что-то полегло, но это вот были вот такие вот стволы. Это все было живое. Вот они, вишни. Вот это все, вот смотрите, какого размера вишни. Видео снимаете? Да. Вот смотрите. Вот. Вот это 20 сантиметров. То есть это по 30 сантиметров ствол вишни. Угу. Вот это вишня, да, чуть-чуть под. Но это все было огромное бело-розовое облако. Вот это все. Вот вся вот эта поляна, это все вишня. Да, я помню. Ну, я здесь года два назад был, я помню, тут такой вишневый сад был, такой белый, да, действительно. Я когда-то весной ходил. И что оставили? Клен ясенелистный, склонившийся к земле. То есть между вишнью и кленом ясенелистным мы оставили клен ясенелистный. А все вишни уничтожили. Да. И удалили так, чтобы они больше никогда не пошли. Потому что вот извращались уже как могли, специально уже проходили специальные штуки, чтобы ну никогда, и чтобы никто не заметил, не было вишен, не было. Склероз. А может быть они эту поляну готовят под какие-то они пикниковые подошли, зоны? Да, под какую-то пикниковую зону, да, очень удобно. То есть поставят вот здесь палатки. Удобно, да. То есть, рядом с дорогой, да, рядом с проспектом. Специально создаются дополнительные новые поляны. Да. Наш на центральной поляне вроде неудобно, а мы вот новые поляны зачистили, вот будем на них что-то делать. Да, это беда. Иначе как уничтожение, это не сказать. И оставили клен ясенелистный, даже его будут спиливать пулевом, потому что он аварий.
Да, это сирень. Здесь была сирень. Еще большая была. Была куст. Большая кустель. Где-то здесь был, я уже не знаю. Тоже где-то здесь. Но рядом с ним остыли аварийный наклонный клен, который уже оп, вот так вот лежит. Вот он. Да. Посмотреть из космоса, вот эти липы кругом идут, вот он круг, видите? Угу. Вот липа создает круг. Посмотрите на снимки из космоса, там круг. Здесь два круга, два квадрата. Вот тоже лишняя. Вот она. По ней хорошо видно, что у нее специфические. Да, все плодовые деревья. По-моему, это вишня. Я, конечно, могу. На... Нет, вишня, вишня. Вишня розоватая, коралевая. Да, вот как розоватая, так значит вишня. Вот, по-моему, был помоложе кустик вишни. Да. Все, подчистую. Да, 100% они себе какую-то поляну тут под бизнес, вот смотрите, по-моему. Вот смотрите, расширяют. Вот снимите на видео. Угу. Вот идет наклонное дерево, под углом уже скоро ляжет на землю. Да, его оставили. Его мы оставляем. Не очень здоровая, но все мы не очень здоровые в этом городе, но ее беспорубочно изничтожили. Вот все, что можно было, ну на что нужно было получать порубочные, и на что еще было живое, они изничтожили, а сухостойные они оставили. Потому что сухостойные по-любому уберут. Угу. Да, вот. Такое впечатление, что большую дорогу готовят. Вот, кстати, остатки я вижу впереди у нас. Черешня, наверное, да, большая такая? Это значит дерен, от которого почти ничего не осталось. Значит, пусты, вот да. Здесь был куст шиповника. Одни ветки. Алло, да. Были слышны. На каком она выглядит? А телефон Тихорика тоже есть? У меня я слышу, Варвары. Есть грязновый. Так. Вот остатки черешин. Вот, вот здесь вот были вишни. Вот здесь вот это все вишни. Оставили клен весенелистный. Объяснит мне кто-нибудь. Вот это все вишни. Вот этот весь угол это вишни. Вот все пни, которые мы видим, это вишни, оставили клен весенелистный. Это кто сделал вот так все? Это вот остатки. Да, здесь огромный был сад цветущий, я помню, где-то года два назад я проходил. Все пни, это вишня. Вишня, вот этот вот весь угол, вот тот весь угол. Вишни убрали, клен оставили мусорный. Фашизм просто какой-то. Вот мы видим, что они все живые, они вообще безо всего, это все цвело. Без порубочных билетов. Вон, здоровые, я не знаю, я не биолог, не дендролог. Нет, это вишня, это вот однозначно вишня, причем живая. Вот у нее ствол специфический, вот. Сантиметров 10. Да, вишневого сада нет. Вон, вот там вот. Вот, это все вишни. Здесь все было и аварийное, тут же аварийное дерево, аварийное, стоит. Вот клен ясенелистный, аварийный, стоит. Угу, кривой. Аварийный, упавший уже на землю, ну, стоит. Под 30 градусов, даже не под 45. Вон там рябина лежит, вон она уже полегла. Ее не трогают. А это, вот идемте, вот там было, вот. Все, я с Ангеликой куда-то потерялся. Сейчас, идем. Просто как саранча все зачистили. Вот черемуха, как-то.
Да, черемуху мы видели, там тоже она срезанная была, мне ничего не осталось. Из калины было, да? Нет, у нее не резные листики, а наоборот, более круглые. Угу. Сортовая калина, вот калина. Вот это было, вот это вот все, вот такого вот 5, если не больше. 3 моих роста. Цвела, все, замечательно, цветы уже были. Ничего не надо, зато аварийные деревья стоят. Нет калины. Клен, если не лишний, мы не пилим. Все перекопали. Вон, я не знаю, на какого года. Хорошо, все раскопали. Уничтожили вы все, они раскопали. Сажать вас надо, все, хоп там. Перемололи все корни по аллеям. Вот они. Все перемололи корни по аллеям. Вот смотрите, уже повреждение деревьев тракторами. Но сухостойную лиственницу. Сухостойная осталась. Осталась. Зато живую березу вот они уже сковырнули. Зеленую. Вот они. Тракторами корябают деревья. А сухостой не тронули. Вот он, да. Вот стоит. Без коры. То есть какие тут специалисты работают? То есть вот здесь где-то был огромный, вот там, я уже не ориентируюсь в своем парке, в собаке, если я сориентироваться не могу, вот там был огромный куст дерна. Я не могу ориентироваться в парке, я уже потерялась. Я найти не могу, где я вообще нахожусь. Мешкам собирать. Вот здесь был кустарник, здесь было все, все, все изничтожили. И еще, чтобы не было видно и заметно, все перекопали. Вот здесь птичек кормили, вот здесь всегда кормушки были, корму. Да? Здесь вот привычная 30-летней давности, а может быть и старше, я просто дальше не помню. Кормушка для птиц. Вот это вот место, это было любимое кормление птиц. Ничего нет. Ничего нет, я не знаю, где я нахожусь. Я здесь живу с детства, я не знаю, где я. И вот это вот проезжая курья, которая изничтожила. А он человек говорит, что он работает не для жителей. Я сказал, что я работаю. Нет, вы сказали, дословно. Я работаю не для жителей, работаю для префектуры. А префектуре виднее. Вот там сотрудники префектуры есть. Почему вы ко мне приставили? Позовите сюда. Я не буду никого звать. Вот пойдите. Вам говорят, не трогайте дороги. Все, я прекратил культивировать. Вы сейчас дальше продолжите. Не продолжим. Все, не продолжим. Вас как зовут? Какая разница? Большая. Хочу сказать. Нет, да простите, а вы... Я вам сказал, что я житель данного района. Хорошо, а я тоже житель Москвы. А я работаю здесь. И что? И вам все равно, понимаете? А вам я объясняю. Вам не скажу, как... Что, дальше? Вы сказали прекратить, я прекратил. Нет. Я доложил руководству, что мне не дают работы. Все, в чем проблема? Что вы еще хотите? Мы убрали то, что пакет. Сейчас уберем. И не делали дороги, уберем. И не уберем. Культивировали. Уберем. Это правда. Продуктовые тропы. Это скажут, вот вишня пошла. Да. Это вот пошла вишня. Да, зеленая. Вишня. Я вам говорю, остановиться до того момента, пока все, вы не говорите префектуры, вы говорите, я не буду останавливаться. Останови, все.
Вот, вы добились своего, остановили. Дальше. Добилась. Я добилась, что там остановили. Он уходите. Уходите. Его отсюда забрали. Он здесь начинал, его пришли люди, забрали дом, ему сказали, дали распоряжение. Он ушел туда, где другой район работает. В чем проблема? Вы прицепились именно к нему, к маленькому культиватору. У вам вас не глаз... культиватору, чтобы не трогали. Нет, смотрите, вот у вас есть логика. Работает трактор с вот таким вот культиватором. Вам это вот просто по барабану. Вон стоит трактор, смотрите. Вы пристали к маленькому культиватору. Сказали убрать эту штуку, вообще, девушка сказала, чтобы ее убрали вообще. Она не работает, чего вы нет, сказали? Да, там сказали, чтобы ее вообще убрали, ну, а вы опять не продолжаете культивировать. Вы сюда пришли, вы добились своего, мы перестали культивировать, все. Да вы команду мне убрали, что вы его уберете, все проблемы. Если интересно, полевку поднимать, остановить. Полевки? А вон она, они, их было миллион в этом. Это хорошо. Среди выжженной земли еще какие-то краснокнижники остались. Кто из них специалист, да, в дендрологии? Ни одного человека, знающего хотя бы минимально 743 порядок, как ухаживать за зелеными насаждениями. Они этого не знали, не знают, они русского не знают, не то что знать постановление. Но при них нет ни одного человека, который ими бы управлял. Ни ДПВС, нет департамента природопользования. Нет ни дендролога, ни биолога, нет никого. Никого не призвали на эти работы. А ко всему прочему, они их еще и никого не слушают. То есть им сейчас говорят, уберите культиватор, они все равно плюют на все и идут мимо. Вот Дёрин, да, вот он был Дёрин, вот он еще остался, вот. Вот они порублены, эти ветки. Угу. Здесь была вот эта вот огромная куртина дерна. За что? А ко всему прочему еще и березу рубанули. Да, тут много таких деревьев, где они тракторами прошли. Вот просто, да, заодно. Живая зеленая береза вот. И она вся изуродована вот этой вот армией. А сажать новые березы они теперь не хотят. Ой, они у нас в Москве не приживаются. Не приживаются, потому... О, и тут же стоит пару... сухостойный с номером дерева. Угу. Да, его не тронули. То есть они его в упор не видят. Они в упор не видят. Нет, она сухостойная, нет порубочных билетов. Ага. То есть все живое можно уничтожить. Были поливальные системы. А этих поливальных систем сейчас уже нет. За этими деревьями... То есть вот эти остатки от поливальных систем? Да, опыта, да. Да, то есть когда-то тут ухаживали за садом. Да, всегда раньше ухаживали, всегда был полив, чтобы все это принялось, нужно было поливать. А сейчас говорят, березы не приживаются, да вы ее, за ней не ухаживаете и не поливаете. Конечно, она не примется. За всем надо знать, чтобы что-то выросло, за этим надо посадить, не только ткнуть всем. Вот живой клен, они его тоже с кормушкой, молодой совсем, порубили. Нет, ну вот как вот? Береза вот, не вот, одна. Вот как, чем надо было сюда войти, чтобы вот так ухайдокать березу? Причем одна, вторая. Там, я думаю, дальше полно. Береза, береза не принимается, потому что нет специалистов. Люди раньше, чтобы заниматься чем-то, заканчивали техникум, ПТУ, получали какие-то, ну хорошо, не высшее, а вообще должен быть и человек с... Зеленхоз должен следить за этим. Кто-то должен быть с высшим образованием, а остальные должны быть хотя бы с техникумом или ПТУ, но с корочкой об образовании, и не с липовой, а с настоящей. Нам начальника сказала. Мы берем все, уничтожаем. Вот еще одна береза подбитая. А вот сухостойный стоит. Вот смотрите, да? А вот сухостойный сосед. Прямые хорошие деревья, вот клен. Вот он весь ободран со всех сторон уже.
Оставайся. Ни коробочку травицы не было, ни на что не было. Вот здесь вот был кустарник. Я не знаю, где был кустарник, потому что уже ничего нет. Вон стоит, вон стоит, вон стоит сухостойное дерево. Вот, видимо, хай пошел, начался скандал. Слушайте, а если они тут начнут потом этот асфальт прокладывать, они же запечатают эти березы, асфальт, корни. Вот будем судиться, чтобы не было. И они начнут просто засыхать. Нельзя здесь никакого асфальта. На Воробьевых они вот уже нарушили гидрологический режим. Они там эти фонари вкручивали, бетонировали, там родники все. Будку трансформаторную я снял. Она стоит, а из-под опоры родник бьет прям вот. Она прям на роднике стоит, и там бурлит все из-под нее вода. Где вообще, где обещанная рабочая группа? Вот стоит сухостойная береза. Да, сухостойная, да, стоит нетронутая. А живые все пока цены. Вот у нас стоят, грибами. Вон стоят два сухостойных дерева. Вон стоят два сухостойных. Только... Идемте, идемте. Не окоренный, да? Вот, как кажется, бери, руби, уже видно, что жучки поползали, все съели, и живое, все умерло. Не, мы его не убираем. Вон там дерево, полно, не, то, что сухостойное, то, что аварийное, мы не убрали, а то, что живое, то, что могло быть, мы все поуничтожали. Они тут и корни, главное, рубят, припахивают. Вот они были просто затоптаны, да, ничего с этим страшного. Но они были под землей, а вот пойдемте снимем. Вот пойдемте. Вот смотрите, пока свежие корни. Вот видите, они их как распахивают, эти корни. А это корни кого у нас? Корни? Это вот лиственница. Да, это вот лиственница. Вот лиственница. Это вот корни лиственницы. А их вспахали. А вот корни везде. Обещали, что он поднимется, а он не поднимется, его вспахали. Вот здесь было, вот это было, это был куст дерна. Вот оно, вот, смотрите, вот они дерны, мне говорили, оно все поднимется, оно бы поднялось, если бы это не перепахали. Вот, видели? Все. Вот зачем это все сделано? Вы куда дерн убрали? Вы куда дерн убрали? Это протопчик, вы что, издеваетесь там все? Вы что, картошку сажаете здесь? Ну что там, знаете, все, куда дерн делся? Почему лиственница расковырена? Почему ваш культурный дерн у корни лиственницы? Почему вообще, вы куда делся дерн? Вы вообще не соображаете? У вас специалисты вообще существуют такие? Останавливайте и валите отсюда, валите отсюда просто. Вы все испоганили, вы что сделали? Смотрите, вообще, как здесь гонить? Я подойду туда прямо, сказали, уже третий культиватор выносит на руках отсюда. Убирайте это отсюда, быстро. Нет, все, убирайте этот культиватор. Вы не будете на нем и кататься вообще. Вы что сделали? Посмотрите. Где у вас распорядки? Посмотрите, что вы сделали, натворили. Вы вообще во что дороги превратили? Вы что стоите? Он стоит по одному и тому же месту пять раз возит. Да, тут все перепахали. Слушай, а зачем они действительно дороги-то эти, я чуть не пойму, расковырялись? А, чтобы не было видно, что они на нем на тракторе ездили. А, то есть они сейчас присыпают, как, ага, ну, перемалывают, да, чтобы следов... Да, чтобы не видно, что мы здесь ездили на тракторе. Вот здесь вот ветреница, идемте поснимаем ветреницу. Вот, вот это у тебя была поляна ветреница. Вон она еще видна. Идемте, красная книга. А вообще, как гулять по парку, когда вот неделю назад... Что они сделали? Смотрите, что вы сделали?
спросите. Да. Тут просто посмотрите. Дамы, руководство прямо и налево. А, и вон уже. Да я его на руках не понесу, черт повторяю. Так, несли, только что там. Молодцы. Да. Все, сюда не заходите больше. Идите, пожалуйста. Валите отсюда. Все в сад пошли. Хотели вырвать, вот ничего страшного. Что, не страшно, на топку, давай зачем сходить 5 раз, я вам там уже не специалисты. Страшно то, что сирень, обещанную сирень, а жасмин, вы боярыши тоже выровняете. Убраться в парке, это не значит убрать парк из района. Убраться надо было, а убирать парк отсюда не надо было. Дёрин, куда вы ели? Зачем вы подёрнули, что там копали с районной машиной? Просто. Елизавета, а вот эти были это краснокнижники, это да? Это красная книга, да, затоптана. Вот здесь тоже все было в поляне, это все ветреница. Вон остатки около дерева сохранились, пару цветочков. Вон еще можно посмотреть, что это было. Ветреница Дубравная, смотрите, да, затоптана. Это краснокнижники были. Ну что они так уходят все быстро? Третья бригада спальня. Все затоптано. Явно, да? Угу. Вот идите, вот поглотите. Да, я вижу. У вас будет на клубе. Вот здесь, вот. Вот, 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 лежит дерево, да? Казалось бы, вот его надо убрать. Нет, мы его не убираем. Оно завалило вишни. Нет, мы его не убираем. Прямо налево. Все валят. Кто знает. Остатки кустов хороших. Еще остались, куда они не добрались. Вот, а в некоторых местах уже просто вот эти вот кусты все выпилили. Вот тут и птицы гнездились. Смотрите, какой шикарный куст. Был такой парк когда-то везде. Бузина. Здесь вот еще остались заросли с крапивой. Цветы, калина еще осталась, еще они не добрались. Вот этим кустам тоже грозит уничтожение. Угу. Вот колея, смотрите, глубины. Вот все корни, они распахали культиватором. Поврежденные липы. Это надо просто видеть, как ход проходить, а не гонить. У нас на Зелинского тоже работал сейчас автодор. Тоже все деревья, все лиственницы. Вам сказали, ну вы сами можете посмотреть, как? Слушайте, ну тут дорога, тут мы не можем. Давайте вот тут аккуратненько здесь пройдем. Ну, это вообще просто. Ну, людям вообще пофиг. Слушай, у вас полно опилок. На встрече вот на дорогу опилки и катайтесь по ним хотя бы. Вот так все, вот возьмите. Можно я еще одну сюда? Да, сейчас я вот еще корешки. А, срубить? Ага. Вот пень, да? Вот, и такого здесь много. Вот его вот оставили. Там над головой висят ветки, их надо убрать. Вот пень. Выжи меня, господи. Ну его же надо убрать. Нет, он здесь будет стоять, а хорошие деревья мы будем убирать. А вишню мы под топор. Все, да, вырубили.
Вот это вишня была, да? Какое-то плодовое дерево, да. Это, судя по всему, плодовое дерево большое было, хорошее. Цветочек. Самое главное, древесина вся хорошая. Да, они вот с ветками все видно. Здесь вот можно разглядеть. Это вот это, по-моему, это вяз. Это они липа ли это? Или липа. Вообще не помню, я могу, нет, я вообще. Вяз, липа, вот клен обычный. Вяз, да, вяз. Это смахивает не на липу, это как-то не. И все они быстро уничтожают этими шредерами. Вот тут огромные просто завалы деревьев, вот, и пустота. То есть они какие-то поляны, видно, расчищают, не знаю для чего, для торговли. Березы. Все это в опилки превращают сразу на месте. Просто распахано все. Вкус жасмина был, да? Жени, твари такие, я, конечно, могу, я, конечно, могу ошибиться, ну, но похож. Вот это, по-моему, жасмин. Хотя жасмин точно выпили. Не жасмин, чубушник, но в народе это жасмин. Реагент. Безвредный для природы.